Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорев, и это канал «Футбол – это жизнь». Ну что ж, друзья, чемпионат мира продолжается, и на нашем канале он тоже не заканчивается. Итак, друзья, сегодня мы поговорим о четвертьфинале. Поехали! Первый матч между Уругваем и Францией. Уругвай выиграет пока что все матчи, и 4 из 4, 3 в групповом этапе, и уже один матч они выиграли в плей-оффе. Португалия, они их обыграли 2-1, а французы пока что идут, но тоже без поражений, но все-таки с небольшой потерей очков в матче с Данией. Итак, матч будет интересным, потому что выявится первый полуфиналист чемпионата мира. Второй матч — Бразилия-Бельгия. Здесь, наверное, все уже ясно, но мы не будем забывать, что бельгийцы забили за небольшой промежуток времени 3 мяча японцам и сделали тем самым камбэк. И не будем забывать, что все-таки они смогли пропустить. Так что будем смотреть, смогут ли бразильцы стать полуфиналистами этого чемпионата мира. Итак, матч Швеция и Англия. Интересные две команды, и каждый будет бороться до последнего. Англичане хорошо прошли группу, смогли обыграть по пенальти колумбийцев, а шведы выбили на отборочном еще итальянцев, а на групповом этапе они уже смогли отправить немцев домой, тем самым занять первую строчку. Поэтому матч между Швецией и Англией будет ключевым также для сборной России. Именно в этом матче будет выявляться, скорее всего, соперник для сборной России. Но еще сборной России нужно пройти дальше. Кстати, теперь мы поговорим о сборной России. Матч между сборной России и Хорватией будет ключевым для наших, потому что если мы побеждаем сборную Хорватии, мы попадаем в полуфинал, а там уже, если мы проигрываем, то мы уже все равно еще один будет матч, потому что это третье место, который пройдет в Санкт-Петербурге. Так что нам нужно делать вот этот последний рывок на последнем дыхании. Мы должны обыграть хорватов, которые выбили из... На групповом этапе они победили Аргентину 3-0. Это было невероятно просто. И хорваты пока что идут без поражений. Так что матч будет интересным для нас. Ну что ж, друзья, с вами был Андрей Хорев, канал «Футбол». До новых встреч, друзья.